motherfucker. Во-первых, привет. Привет. Да, это самое главное. Пиздеть пиздим, конечно, но здрасте надо сказать. По-любому. Короче, А на чем я остановился? Бля. Ну, типа, ты бессмертный, Вася, Конан Маклауд там. Нет, это было уже после. Черт. Что-то, слушай, тишина, блин, вообще упали, никого нет. Потому что мы в жопе мира. Пойдем отсюда. Скорель нашел, Олежек, Скорель, иди забирай. Да, у тебя есть ценное оружие, которое можно выкинуть и принести мне его? Я сейчас кончу. Вот это поворот! Блин, я X3 потерял, прикинь. Ладно, хрен с ним. Я бы на твоем месте боялся бы за другую потерю. А это топчик. Пацанчики, еще раз, да, ребят, свет выключали. Ты Скорель будешь забирать? Я боюсь, я уже слишком стар, чтобы возвращаться назад. Боюсь, нет. Я просто с калашом буду. И хотел бы попросить вас, господин Олег Гейм, найдите мне оптику, пожалуйста. Так я же тебе уже 3 раза сказал, ты меня спрашиваешь, где оптика? Я тебе, вот оптика, ты такой, и все, и дальше бежишь. 4х нашел, все. Боже мой, ты нашел 4х. Да. 4, это как 4 пальца на руке. О, блядь, сзади, да, сзади меня. На, ну ты понял, да? Кимпедрист, ложись, слушай, не потянем, да? Не потянем. Не, потянем, но просто ты лег возле меня и спалил мою позицию, соответственно. Ты знаешь, учитывая, что он кемпер и он стрелял, как бы, да? То он, наверное, видел нас двоих. А, это ты ж... Нет, бежал кто-то, да. Ты молодец, ты красавчик, ты услышал. Снизу, прям подо мной. А, это ты шумишь, подожди, не шуми. Слушай, стельки натяни, говорю. Сел он там надежно. Бля, он туда, туда, он туда, туда. Где? Справа. Б. Бля, у меня гранаты нету. Один подож. Убил? Красава, аккуратно, может быть, он там еще, это, подружка он, его. Он с кем-то. Аккуратно. Ты живой? Да. Тебя поднимать не нужно? Слева. Да, сучка упала. Ой. А у вас как дела? У нас? Ну, ребят, да, рассказывайте, делитесь своими историями, впечатлениями, банально, как у вас дела. У нас все нормально, если мы стримим, значит, все хорошо, блин, за интернет заплатили, блин, компьютер работает, протертый экран от пыли. Если, получается, они нас смотрят, значит, они еще живы. Я понял твою логику. Считай, что все хорошо. Полетели, уже пора падать. Блин, я еще забыл этот... Читы включить, что-то, блин, ладно, сегодня без читов поиграю. Так уж и быть. В смысле читы включить, блядь? Смотри, слева, короче, тело, справа тело. Да хера тел, короче. Да, я вижу. Так, привет. Я взял оружие. Так, одного я убил. Вот. В ангар зашел, рискую. Я с тобой рядом, рискую. Давай рисковать вместе. Давай. Так, калаш взял, 30 патронов. Да, у меня М-ка. Бери. Беру. Бери. Беру. Ох. Тихо, справа, ой, слева. Блин, меня коснул жестко. Где он? Вон он, вижу, второй этаж. Давай, гаси его. Дверь. Это ты сделал? Нет. Откуда, ага. Откуда? Тихо, не оттуда же. Ты можешь метку кнопкой мышки ставить? Справа, то где эти электрощитовые? Уходим. Все, Олег, уходим. Где электрощитовые? Там где, да, конкретней? Электрощитки. Центральная кнопка мышки, это так легко просто нажать. Я еще не привык. Вот 275, короче говоря. 275. Давай. А 275, блядь, чего? Сука, букву скажи мне. W75. Вон, вижу, где они разбираются, вон. Повалил одного. Да, сучка. Давай обойдем, они уже знают, где мы. Сейчас. Тут 2 адреналина, прикинь. А, капутка, ай-яй-яй-яй. Щитовые идиоты, электробудки стоят. Ушли или нет? Ты там одного, говорил, положил. Я положил, вот, метку поставил, видишь, моя оранжевая. Я там положил. Так, в доме там есть. В доме есть, да? Да. Значит, надо домик обойти. Тут еще все взрывается. А это, походу, в домике все тот же. Там ориентировочно их двое. Да, вон, первый этаж. Вон, справа заходит. Все, здесь, в контейнерах. Саня, слева.
Слева, да. О, проходит. Мел, еще один там, еще один там. Но второго ты сможешь завалить, да? Нет. Есть. А ты живой вообще? Да. Вот, справа, справа где-то. Блин. Где? Да, вот там. Куда стреляешь? Он где справа. С... Ну попал по нему же. Детка. Отлично, молодец. Да, мазафака. У меня сегодня Гавар вообще приятную-приятность сделал. 15 миллионов рублей перевел. Игровой валюты. Ты знаешь, вот, блядь, даже яичко не дрогнуло вообще. Настолько покер вообще. Не, ну все равно. Я очень рад за тебя. I didn't know about you.